Хей, йоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем... Вес она хилит слабо. И мы продолжаем, короче, проходить игруху под названием Соль. Соль. И Святилище. Да, вот эти хери. Всё, здесь я еще не был. Я помню, где еще, да, вот были Святилища, но я не помню где. Ай. Ох, чувствую, я на них настрадаюсь. Что это за тварь? Это новенький. Это 100 пудов новенький, вот, скелетик. Так, скелет-охотник. Оживленный человек-скелет, хотя и всегда лишь кости. Хотя и всего лишь кости. Приведенный в движение темной магией. Каким-то образом он происходит управляться с луком из красного дерева, поджаривая врагов огненными стрелами. Так, и все, да? Если да, можно и отсюда валить. Тихо. Обессоленный? А, это новый вот это, вспомнил. Кожа до кости. Прикрытие лохмотьями. Это жалкое создание, раб архитектора. Крайне непревоздержащий мастер соляной алхимании. Сотворенный из соли отряд создания обязательно охотится, обязанных охотиться ее и помогает ей в изыскании. Сущность, так, обессоленных такого, что они всегда жаждут соли, но не могут поглотить ее. Бля. Оле череп. Все, в принципе, только два врага. Да. Ладно, погнали дальше. Убивается не с двух тычек, что меня не нравится. Так, довольно я долго иду на самом деле. Таким образом. Ай. Так, хилы. Буду юзать мусорные вот эти. Ага. То есть вот так, да? Я еще должен попасть туда, куда мне надо. Отлично. Я попал туда, куда мне надо. Так, щит. Понятный мусор, никому не нужный. Так, теперь вопрос. Что это, блядь, было? Мне на самом деле этот звук не понравился. Мне на... О, я понял! Тихо! Я понял, что это было. Утомление? От чего утомление? Ладно, я вас понял. ГГ. Хорошо, если что, у нас есть выход назад, это с левой стороны. Так, колокольчик наготове. Все, колокольчик не нужен. Дрынь. Одежка. Это получается типа левые звуки, да, они создают? Прикольные монстры. Ага. Я понял.
То есть другого варианта у меня нету. Ага, хорошо, допустим. И как вы представляете мне схватиться за верх? Хотя никак. Да? Что это за... А, ничего, показалось. Да, я все-таки немного сейчас тупанул. Так, сейчас будем от стенок опять отскакивать. Так, отлично. И побежали. Так, 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 так. Так, вопрос на засыпку, допрыгну ли я туда или нет. Довольно хороший вопрос. Допрыгнул. Минус. Рожки да ножки остались от наших врагов. Так, ну это ладно, это лесенка наверх. Она мне тоже, в принципе, как-то не нужна. Главный вопрос. Что-то они сорта выпускают. Интересно, что они выпускают сорта. А, какие-то яйки. Дуга молний. Ну, это на заклинателя, на клириков. Понятненько. Короче говоря, мы все здесь облутали. Я думал, на самом деле, что здесь будет босс. Но, как оказалось, здесь босса нету. И камни, на самом деле, на которые можно залазить, это вот эти черные. Великолепно. Да? Значит, нам здесь больше делать нечего. Так. Повышаем уровень. Да. Так, древо навыков. Улучшаем силу ближайшую. Так, от древа что у меня уже? Сколько силы? 31. Еще нужно 9. Тогда мы с вами повысимся. Второй вопрос заключается в том, где мой проводник. Если не ошибаюсь, то с левой стороны, да, был? Так, мечник, охотник, продавец, наемник. А где проводник был? А где мой проводник был? Так, я открыл катакомбы. Зачем я открывал катакомбы? Именно нижний, который у нас на самом первом берегу. Сейчас, короче, туда придем, и нужно будет посмотреть. Так, вижу рыцаря. Вижу тот, кто мне нужен. Так, картошку я получил, ништяк. Я получил картоху. И да, здесь, значит, есть тот, который меня может телепортнуть. Это хорошая новость. Это великолепная новость. Ты. Перемещаемся. Давай, поехали. Мне нужно... А куда вот мне нужно? Так, у меня есть два еще телепорта. Здесь и здесь. Поэтому. Поехали. Отсюда я приду на эту сторону. Сначала посмотрю, что здесь. Да, это то, куда я хотел. Ставим на дамаг и погнали.
Черное небо. Так, колокольчик наготове. Хотя лучше хил, мне кажется, будет. Ой, не нравится мне это место. Ой, как не нравится. Или это было не трупы? Мне показалось, что это были трупы. Ну как может быть место? Облака, может я могу на них запрыгивать? Потому что я замечаю, что они в большинствах, ну, количествах на карте раскинуты. Где враги все? Так, ладно, что это у нас тут? Так, первое. Проход вниз. Главное, чтоб не босс. Купол забытых. Невидимые платформы, да? Ого! Не убьет меня? Мимики все-таки есть в игре. А я что уже подумал, что нету ничего. Так, храм. Стоять. Символ тогда пускай всегда будет здесь. Отлично. Повысить уровень мне не нужно, сделать подношение. Готово. Так, да, я хочу что? Трансмутация. Атака. Ага. А, мне нужна магия, но это дерьмо, на самом деле. Заря, но это дерьмо. О. А есть на тяжелое что-то? Не, маска классно выглядит. Ради меча не хочу, ладно. Готово. Готово, я сказал. Что, у тебя новые товары? Купить предметы? Нет. То же самое. Ладно, продать товары. Продать товары. Так. Броня, штаны эти мне нужны. Мерить броню я не собираюсь, эту все равно. Тыкву, ладно, оставлю. Тыкву можно и оставить. Блин, самурайская одежда. Не такое. У меня что, такие дерьмовые штаны? Ага, стопы. Я знаю, что у меня за сапоги одеты. Кольчужный, да? Так, а что здесь? Подождите. Хотя... Перевес тоже не хочу, чтобы был. Продать предметы. Так. В принципе, мне здесь ничего так не нужно. Щиты тоже мне не нужны. Этот, может быть, будет получше. Так, щит. Осадный щит. У меня же второй уровень щитов, камон. Причем я не могу носить. Так, вилы мне не нужны, коса мне тоже не нужна, ладно. Две сферы у меня есть. Всё. А теперь смотрим, почему я не могу щиты носить. Ну, перевес у меня, это понятно. Смотрите. Да, в принципе, это чуть-чуть получше.
Плюс нету перевеса. Как настоящий рыцарь. Янтарная статуэтка, отлично. Так, первым делом. Ну, по сути, выше я не заберусь, да? А не, заберусь. Ой, а там какая-то херовина. Ну нафиг. Так, мимик на один раз. Это отлично. Мы сейчас с вами знакомимся с врагами. С врагами, с врагами. Так, поехали. Спускаемся здесь вниз. Теперь это наша локация. Здесь будем какое-то время жить. Поехали. Да нет, там свет какой-то да есть. Ага. Как так сказать, хер тебе, да? Так сказать, хер тебе. Так, чтобы не тратить время, чтобы обратно не залазить, тогда начнем отсюда залазить. Понятно, что тахерь это не однообразная. Плюс это лучник. Ой, буду надеяться, что ты на один раз, чел. Вот ей-богу. Так, теперь нужно беречь себя от мимиков. И что это было? И что это было? Так, дикий зверь, бронзовый рыцарь, поехали. Так, это они? Нет, это темноклювы. Так, без копейщик. Малый островной скрейкан. Бесы и копейщики известны по испытаниям Алдрена. Старая легенда о рыцаре, у которого злой колдун похитил невесту. Чтобы освободить ее, рыцарь должен был выполнить 6 заданий колдуна. Каждый раз ему приходилось сражаться с этими бесами. Но сколько бы ни убивал их рыцарь, копейщики всегда наносили ему вдвое больше ран. Допустим. Скелет охотника, там мы почитали. Шепчущий. Бывший член конгурской купола света, превращенный в первого агнца нетронутый из Вентурки. Так, хорошо. Который нашел в куколе грех. Безмолвный и забытый шепчущий скитаются по залам какого-то бывших мест. Так, их утешение, оставшей вечной тюрьмой. Аху! Их 4 было здесь. Класс! Невидимые враги. Назойливая дрянь. Мелкий крейкан чем-то неуловимо напоминает Аракоса, хотя между ними нет ничего общего. Среди моряков принято винить дряней во всем, хотя их никогда не видели. Течь в борту? Точно говорю. Дряни ночью делал... Так, короче... Пол. И вот эти... Так... Красный владыка еще, да? Владыка красного зала клеток. Когда-то красные владыки походили на людей, но чем больше искажали их души, тем уродливее становились тела. Так, стальной шершень. Так, бронированный крылатый страж из купола забытых. Инквизитор привел с собой не столько стальных шершней, когда очищал купол света. Желаю убедить, что свежечистая паста будет отыщена, следовательно, его жестокими стандартами безгрешными. Мимку. Ну, да, у нас не мимик, а мимку. Так, прожорливый крейкан с щупальцами. Мимку. Мастер маскировки, способна убедительно при... Так.
прикинуться почти любым неодушевленным предметом. К несчастью, на это острове Мимку быстро сообразили, что притворившись соблазнительным сундуком, лучший способ не голодать. Великолепно. А. Так, хорошо, я понял вас. Черт. Оп. Ладно, здесь пока прокантуюсь. За следующей волной начну залазить. Оп. Свинцовые пули. Чтобы у меня есть пистолет. Так, ну здесь я светильник поставлю. У меня есть пистолет. Хотите сказать, мне показалось. Так, сколько у меня сфер? Две сферы, отлично. Да хера магии, которые я не могу использовать. Отлично. Феникс. Ожерелье, ключи. Блин, а я... Да не, вот, клеймо. Клеймо теней, так, это у стены. Носящее клеймо может использовать возвышенность. Так, хорошо. А еще есть какие-то клеймо? Аж интересно стало. Я не знаю почему, я просто увидел тут, что там блинкало. Я решил атаковать. Ух, довольно неприятные у них атаки. Вот, показалось. Блин, я не знаю, я уже не хочу как-то сражаться. Класс. Ладно, сейчас кое-что сделаем. Я ж не думаю, что они на меня втихаря, да, нападут. Так намного броню удобнее одевать. Мимик? Что, серьезно? Я думал, мимик. Так, доспехи. Хе. А я думал, что мимик. Окей, поехали. Хотите быть... А, это все равно броня не на меня. То нормально. Минус. Так, как я понял, мимиков я могу убивать. Здорово, чел, как дела? Эх, кажется, он меня помнит. Блин, лучше не буду использовать. Опа! Видели? А, костры так все влияют. Так, здесь, хотя... Не, пока... О! Я даже не подумал, что они здесь были. А, так они летают еще. Ой-ой, тихо. Что это за звуки?
Не нравится мне это все. Ох, как не нравится. Что-то за херь? Вот что там за херь стоит? А, тупые перчатки, выкину их сейчас. А, это святилище. Так, золотым камнем что ты даешь? Где оно? Я точно видел, мне дали кольцо. Так, повышение защиты против тьмы. Постепенно восстанавливает здоровье. Так, повышает защиту против урона от молний. Усиливает стихийную магию. Повышает выносливость. Повышает защиту против урона от огня. Так, местонахождение это не то. Окей. Крылатики, походу, не вечные. Тихо, тихо, добивающий. Слишком он жесткий. Да, все-таки эти хери видны. Потому что они в предметах находятся. А где мой колокольчик? Так, мне, короче, народ, нужно обратно идти. Чувствую, я свои душки точно просру все. А я не хочу просирать души. Блин, ладно. Мне просто эти вещи теперь мешают. Не, ну я не в силах буду убить босса, если там босс. Вот серьезно, я не выдержу. Так, короче, у этих свечей духи. Так, у этих свечей, короче, духи находятся, поэтому как-то так. Почему я не могу допрыгнуть? Потому что я не вижу, да, тебя? А я здесь подохну. Мне, наверное, не вернуться. Великолепно. И что тогда делать? Идти, наверное, смерть предлагается. Тоже вариант. Тоже вариант. Класс. То чувство, когда нету выхода. Круто. И внизу смерч идет. Я могу по воздуху пойти, оказывается. Пьем водичку. Ладно, идем на босса. Попробуй сразу колокол заюзать.
А, класс. Как мне ее убивать? Как мне тебя убивать, девчуля? Я понял, что мечом мне тебя не достать. Мечом мне тебя не достать. Хотя нет. Ой-ой-ой, все, она поменяла тактику. На! У меня времени уже нету. Сорян, мне нужно было тебя прикончить. Так или иначе. Либо так, либо иначе. Все, я вижу выход. Иди. Мне посрать на вас. Да хоть пуляйте, сколько влезет. Мне посрать, я иду на хил. Я иду сохраниться и завершать серию. Так, ладно, повышаем уровень быстро. Пипец. А сколько? 38 кадуш. Ууу, если бы я их потерял. Так, готово стоять. Сумочка, где моя сумочка? Лэм? А, не хватит, ладно. Сумочки мои... А хотя у меня есть большая сумка. А ну. Не, не хватает. Ладно, давайте, короче, тогда на этом за... Хотя... Торговец, пожалуйста, скажи, что у тебя есть мешки. Мешок соли, узелок соли. Мне нужен мешок соли. И мешочков. Давай. 4. Так, готово. Давай, да, болтай, болтай меньше. Мешки соли, поехали. Отлично. Повысить уровень. Да. Мешок соли можно и покупать на самом деле. Так, убираем отсюда его. Древо. Так, я уже повысил, да, уровень? 6. Поехали. Раз. 2. 3. 4. 5. Где еще я силу вкачивал? Ай-яй-яй, нужно еще где я вкачивал силу. Ага, вот, 6, все. Ладно, всем спасибо, короче. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.